Опять наступили праздники, опять наступает обжорство. Это вот мясо горячее с картофелем. Это мои любимые буузы. Это вот здесь в каждом стаканчике бухулёр из баранины. Это вот белое мясо отварное. Это вот салат. Печёночный торт подсказывает. Это вот стейки свинины. Это называется «Гнездо глухаря». Какие заманчивые названия и предложения. И опять все это надо кушать и кушать и кушать. Приступаем.